Конкурсы, призы и подарки, музыкальное сопровождение и многое другое. Все это отличный способ провести время со всей семьей. Без возрастных ограничений. В ожидании голос, сердце замерло даже. Я болею футболом, а точнее за наши. Защищали ворота, отражали. Пожалуйста, ко мне. В данную секунду мы ведем репортаж со стадиона «Чайка» города Воронежа, где проходит ежегодный чемпионат Лига без галстука. Лига без галстука с 2012 года проводит любительские корпоративные турниры по массовым видам спорта среди различных организаций компании города Воронежа. Сотрудниками компании ценится прежде всего возможность собраться вместе в неформальной атмосфере, в атмосфере корпоративного праздника, посоперничать с такими же любителями спорта. Условия первого тура конкурса. В течение одной минуты нужно презентовать свою компанию. Наша компания самая лучшая, потому что у нас в этой компании работает папа. Название нашей компании «Жилсервис» говорит само за себя. Те люди, которые обращаются, кому нужно что-то построить, в эту компанию никогда не прогадают, потому что где закажете, там и построят. В общем, все будет произведено на лучшем уровне, дома будут крепкие. И все будет самое лучшее. Бухгалтер супер. О нашей компании «Созвездие» мы скажем 9 словами. С – смелые. О – озорные. З – задорные. В – воронежские. Е – единственные. З – здоровые. Д – дорогие. И – игроки. Е – едины. И 4 – «Созвездие». В чем дороговизна? Можете пояснить? Эти игроки очень дорогие для нас, они не продаются. Компания «Молвес» приготовила иллюстративную презентацию, речевку на доске, на табло. Заполнила табло. Итак, прочитайте, пожалуйста, что там написано. «Молвес» лучше всех! «Молвес» ждет успех! Я хочу сказать, что, несмотря на некоторые неудачи, наша команда самая лучшая. И цена на тем, что у нас нет и не было никогда ни одного легионера. Мы играем только сами, только наши работники. И не только в футбол, но и в другие игры. Отечественные производители. Только отечественные производители. И так же, как и продукция «Молвес», все ее знают, любят, весь Воронеж. И на самом деле она лучшая. Как и наша команда. Команда! Ура! Эвка лучшая команда, Эвка лучшая еда. Мы привыкли вкусно кушать и выигрывать всегда. А какая у вас еда? Свобода. Свобода! Живая еда! Росрезерв – это лучшая команда, потому что они дружные, сильные и всегда уверены, что они будут побеждать. Но иногда бывают неудачи. Росрезерв возит еду на Луганск и Донбасс. Росрезерв – лучшая команда в мире. У «Жилсервиса» после первого этапа 14 очков. У «Созвездия» после первого этапа 14 очков. У «Молвеста» после первого этапа 16 очков. У «Росрезерва». Но, ребята, хорошо, на это 9 очков. У «Эвка» 17 очков. Потому что они были краткие и лаконичные, и все поняли, чем занимаются. Конкурс на
взаимодействие, корпоративное взаимодействие болельщиков. Вот мы должны удержать мяч в воздухе, максимальное количество раз передавая его друг другу. Вот так. Вот это мы можем. Раз, три. Состав команды должен формироваться исключительно из корпоративных сотрудников. Тем самым происходит сплочение коллектива, а конкуренция в бизнесе приобретает спортивную составляющую. «Газпром Трансгаз Москва», Воронежское управление магистральных газопроводов. Меня зовут Шаляков Дмитрий, являющийся представителем компании «МУВЕСТ», который является лидером молочной продукции в России. Команда «Эвка» лучше всех. То есть у нас нету таких злых футболистов, которые приглашаются в подобных турнирах по знакомству и которые никакого не имеют отношения к компании, за которую они выступают. Самый неточно бьющий футболист в истории сборной России. Девушка, вперед! Какой российский футболист прославился тем, что снялся в рекламе чипсов? Как называется часть ворот, где штанга соединяется с перекладиной? Опять ответили вперед ребята из Росредакции. Еще один вопрос. Какой футболист известен тем, что кусает соперника? Суар! Мы все слышали. Это правильный ответ. Ребятам будет неловко отвечать на этот вопрос. Он отличник, он все знает. Самый красивый футболист 20 века. Правда, у всех вкусы разные. Роналдиньо. Ваш ответ. У вас какой ответ? Пеле. А вы видели Пеле? Который с Ириной Шей был. А вы что мне скажете? У вас ваш ответ какой? У нас самый красивый игрок, мы больше других не знаем. Ну, победила команда «Созвездие». Потому что они назвали действительно самого красивого футболиста. Вопрос следующий. О Лиге без галстуков. Сколько компаний участвовало в Лиге без галстуков за историю ее существования? Кто ближе всех ответит? 113. Так, ответ команды «Эвка». 160. 160. Ваш ответ. За период существования? Да, всего компании. 120 нету подсказок. Жилсервисы. Действительно, 120 компаний участвовало. За историю существования Лиги без галстуков проведено порядка 25 турниров по футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду и баскетболу. Участвовало в наших соревнованиях порядка 120 компаний из различных отраслей. Мероприятия без галстуков проходят, как правило, в выходные дни и собирают до 1000 человек. Блин, опасно. Мяч прилетел. Вот так. Вот он сейчас, достойный соперник, который всем проиграл. Оказывается, он лучше всех играет. Не знаю, почему они всем проиграли. Самый сильный соперник был «Космос Невьюас». Я капитан команды «Космос Нефтьгаз». Первую игру мы проиграли. Вот, получил травму. Свой защитник неудачно упал мне на ногу. Ну, слава богу, помощь была оказана оперативно. Спасибо доктору за это. Вот, побрызгал заморозки, и я дальше смог продолжить игру. Вот, дальше и остальные две игры мы выиграли. Вот, и сейчас боремся за прямую путевку в плей. Первую игру, видимо, несыгранность была легкая, присутствовало волнение, но потом взяли все свои руки. По ходу матча второго уже перехватили инициативу, и третий тоже хорошо сыграли, комбинационный футбол показали. То есть, ну, свое удовольствие начали играть, и поэтому у нас все получилось. Жилсервис, «Созвездие», «Молвест» и «Эвка» просим подойти на награждение.
дарит сертификат на 3 катания и 2 симулятора бесплатных. Стоимость от 700 до 1000 рублей приблизительно сертификата. Давайте мы поздравляем вас. А кому кататься хоть? Мне как раз... У меня нет. Кому мы важны, да? Компания «Жилсервис» жалеет. Нет, спасибо. Нет, чтобы молоко кипятить. Ура! Чайники. Что здесь? Мы созвездием. Пацаны, насос. Да. А у кого нет насоса? Ну, сегодня замечательный корпоративный турнир, который проводит Лига чемпионов без галстуков. Вот, очень интересный корпоративный турнир проходит. Команды сплочаются на этом турнире. Организация очень хорошая. Вот, играем не только в футбол, но и в волейбол, в бильярд играем. То есть очень нравится организация на высоком уровне. Вот, ну, на самом деле, такой спортивный праздник для всех. Вот, хорошую погоду, собраться в футбол, поиграть. Классно. Всем спасибо за организацию этого турнира. Надеюсь, что в сентябре или осенью, когда будет следующий тур, мы вернемся и покажем более удачный футбол, так скажем. Вот, спасибо всем большое. Мы домой. Итак, спасибо команде «Иркут». Ждем их 12 сентября на Суперкубке. Болеем за Россию вместе!